В Ульяновске полицейские задержали подозреваемого в вооруженном нападении. Еще в октябре мужчина в маске, вооруженный охотничьим обрезом, ворвался в пункт приема металла. Потребовал деньги, угрожая оружием. В результате похитил 8000 рублей и телефон аналогичной стоимости. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска регионального ОМВД совместно с уголовным розыском ОМВД России по Заволжскому району города Ульяновска при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии по Ульяновской области задержали неработающего жителя областного центра 1988 года рождения. После дальнейших разбирательств выяснилось, что оружие хранится у знакомого задержанного 1975 года рождения. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья калибра 16 мм и 11 патронов к нему. Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевод». Воска оружия, его основных частей и боеприпасов. Мужчина, напавший на пункт приема, заключен под стражу. В отношении мужчины, хранившего оружие, избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.